В городском округе Люберцы открылось 4 дополнительных пункта для вакцинации от COVID-19. Они размещены на базе поликлинических отделений. Защититься от вируса можно будет и в торговых центрах. Там заработают специальные мобильные комплексы. Программа вакцинации от COVID-19 набирает обороты. Прививочных пунктов открывается все больше, а вместе с тем растет и количество желающих защититься от коронавируса. Хочется ходить безопасно по улице и не болеть. В настоящее время в поликлиниках городского округа Люберцы работает 8 пунктов вакцинации. Процедура уже доступна жителям старше 65 лет. Валентина Клычкова одна из первых воспользовалась этой возможностью, чтобы защитить себя от заболевания и спокойно выходить из дома, не опасаясь за свое здоровье. Конечно, нужно обязательно делать, чтобы если в случае заболеешь, хоть полегче будет проходить болезнь. И своим детям тоже советую. И внукам, и хочется дожить еще до правнуков. А возраст мой уже приличный. 89. Пошел 9-й десяток. Сразу после вакцинации расслабляться не стоит. Процедура проходит в 2 этапа с разницей в 21 день. В этот период необходимо соблюдать требования врачей и не забывать про масочный режим. В течение 3 дней мы не рекомендуем посещать сауну, баню и чрезмерные физические нагрузки, а также не употреблять алкоголь. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, а можно ставить прививку или нет, решает врач во время предварительного осмотра. Противопоказаниями являются это острые инфекционные заболевания, тяжелая аллергическая реакция, возраст младше 18 лет и беременный период лактации. Если нет противопоказаний, пишет пациент, заполняет анкету и проходит в кабинет вакцинации. Массовая вакцинация от COVID-19 проходит в поликлинических отделениях номер 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 11. Записаться на процедуру можно на портале госуслуг или через колл-центры. Для удобства жителей на этой неделе в торговых центрах заработают мобильные прививочные пункты. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.